Добрый вечер, добрый день, дорогие друзья, ребята, девчата, мужчины и женщины. Сегодня я хотел бы предложить вашему вниманию видеоролик в плейлист, который включает женские секреты, о том, как грамотно женщине соблазнить мужчину. То есть грамотный подход к соблазну мужчины. Поэтому я прошу ваше внимание, дорогие друзья, обратить на этот видеоролик. Он весьма-весьма важный и перспективный для вашей жизни. Я в этом вас уверяю. Итак, дорогие женщины, девушки и все, кто думает о мужчинах, как их соблазнить. Сегодня я вот здесь накидал черновичок такой. Красиво старался написать, потому что вы, девушки, вы, женщины, любите, когда все красиво, все аккуратно написано, все понятно. Поэтому я написал здесь аккуратненько. А вот здесь листик я не написал. Вот сейчас вы узнаете, почему я его не написал. Итак, и у нас такая тема понятная, казалось бы, как соблазнить мужчину. Вы, дорогие женщины, хорошо это знаете, скажем так. Но я сейчас покажу вам такую секретную часть соблазна, скажем так. То есть это видео-плейлист «Женские секреты». Итак, соблазн мужчины, казалось бы, такая вещь достаточно простая. Да? Мужчины такие достаточно податливые на соблазн. И двигается это в основном движение сексуальной энергии мужской и сексуальное какое-то влечение такого женского притяжения, да, мужчины. И вы, женщины, этим хорошо, легко пользуетесь, этим инструментом своей привлекательности, своего обаяния и мужских таких слабостей. Да? И поэтому здесь будет такая колоночка, которую я здесь написал, которая открытая, да, такая открытая колоночка. Это секретная колоночка, которую вы сейчас поймете, я буду ее заполнять. Итак, вы, девушки, женщины, когда ставите перед собой цель, обычно. Дело для женщин, для девушки рациональное, такой рациональный подход. Рассчитывайте на тот или иной результат отношений ваших с мужчиной. И поэтому у вас имеется цель. Цель. И эта цель имеет такое местоимение. Так вот, в обычном варианте, повседневном, нашем бытовом, у вас вот такая цель имеется. Я хочу. И исходя из этой цели, я хочу, и вы, соответственно, используете тот инструмент соблазна, своей привлекательности, обаятельности, чтобы добиться расположения мужского, и ваше «я хочу», вашу цель «я хочу», и исполнить, реализовать ее, чтобы было рациональное. Я хочу дружить с ним, вы говорите, с мужчиной. Я буду с ним дружить, и благодаря этому, этой дружбе добьемся определенных целей. Далее, друзья, вы ставите цели влюбить в себя мужчину. Опять же, для чего? Чтобы добиться тех или иных целей, его расположения. Соответственно, чтобы его ресурсы к вам направились. Далее, вы хотите, чтобы он дарил вам подарки вследствие того, что вы с ним дружите, вследствие того, что он влюбился в вас, он дарит вам подарки, он что делает? Он везет вас в путешествие, скажем так, да? Любим путешествовать, любим отдыхать, девушки, женщины, да? Вследствие этого путешествия, вследствие этих отношений, вы стараетесь узнать его получше, да? Вы стараетесь ему понравиться в этом путешествии, да? Чтобы еще больше его притянуть к себе. И этот путь такой соблазна, вы понимаете, что вы общаетесь с ним. И в основном это такой телесно-вербально-невербальный язык. Язык, который к чему вас приводит? К реализации вашей цели «я хочу». Но эта цель «я хочу» у мужчины возникает такой же отклик. То есть то же самое у мужчины возникает «я тоже хочу». И, соответственно, это приводит нас к чему? Карандаш взял не тот. Это приводит нас к чему? К такому достаточно простому варианту. Это приводит нас, куда написать здесь? К развлечению. Понимаете? Это все развлечение. Вот это все. Это все развлечение. То есть вы
получается удовлетворение от жизни с помощью развлечения. Соответственно, мужчина вот это все воспринимает как развлечение. И когда он занимается с вами сексом, соответственно, секс становится для него тоже развлечением, ежедневной потребностью там, или же еженедельной потребностью, как развлечение. То есть вы свою цель добились, я хочу, но и мужчина добился своей цели, я хочу развлечения, развлечься хочу с вами, говорит он. Вот, ну не говорит, но он это подразумевает, когда реализует вашу дружбу, влюбленность. Подарки дарить, вы ему нравитесь, ему, разумеется, нравитесь и так далее. То есть это все путь соблазна, такой, который приводит к кривому результату. А я хочу вам сказать сейчас, вот этот белый лист, может быть, вы его заполните сами какое-то время. Выключите сейчас видео, скажете, какую-то ерунду говорит, и попробуйте соблазнить мужчину другим способом. Попробуйте. У вас ничего не получится, потому что у вас... Вот эта программа записана социумом, обществом и так далее. Такими привычками вредными, скажем так. Итак, мы с вами сегодня будем вырабатывать новые привычки, новый характер, новые отношения, которые вас приводят в соблазн настоящий, понимаете, настоящий соблазн, который мужчина приводит вас к настоящей цели, цели замужества, брака, серьезных отношений в длительной перспективе, в длительной. Не на год будут отношения, не на год будет брак, не на два, не на три, а на десятилетия, понимаете. Вот сейчас я вам это покажу. Я надеюсь, что вы, молодые, энергичные девушки, все-таки досмотрели это видео до этого места и узнаете женский секрет, который, конечно, не совсем женский. Итак, ваша цель – соблазн, соблазн мужчины. Итак, мы вот этот текст убираем «я хочу». Вы вообще из головы это выкидываете слово «я хочу». Пишите, какое слово? Он хочет. Вот он хочет, когда вы напишете слово это. У вас сразу все ваша пирамида вся рухнет. И вы по-другому будете соблазнять мужчину. То есть больше вы не сможете с помощью тела, вербального, невербального общения, показания ваших прелестей, обаяния, улыбочки, макияжа, мейкапа, прекрасных там причесок, волос и так далее. Вы не сможете их использовать вот здесь, чтобы добиться какого-то рационального зерна своей цели, да? Вам непонятно, а для чего я буду для него что-то делать? Говорит, что я буду для него делать? Что я буду для него делать? Я могу с ним переспать, я могу его накормить, я могу его встретить, погулять с ним там, показать друзьям, какая у него красивая девушка, какая красивая, как, и все такое, да? Сопровождать могу его в поездках, в путешествиях и так далее, да? То есть вот это все в ту тему, а нам надо вот сюда попасть. Вот сюда, закрытую, секретную часть, тайну, как говорится. И в эту тайну вы можете попасть, когда вот здесь вот слово «он хочет». И сюда мы будем напишем такие слова, которыми вы не пользуетесь, вообще не пользуетесь. Не пользуетесь ни словесно, ни ментально, нигде их этих образов у вас нет. Итак, «он хочет». Мужчина хочет разговаривать с вами, общаться. Общаться хочет, но вы общаетесь с мужчиной на каком языке? Вы всегда разговариваете с мужчиной о чем? О будущем, либо о прошлом. То есть, какие у вас были с ним отношения в прошлом, и какие отношения вы хотите, чтобы были с ним в будущем. Мужчина об этом не хочет разговаривать, я вас уверяю. Мужчина всегда хочет разговаривать о настоящем. То есть мы разговариваем о настоящем с мужчиной. Если хотим его соблазнить, по-настоящему соблазнить, а не шуточки, вот эти все развлечения, да? Мы разговариваем с мужчиной о настоящем, понимаете? То есть вы, мужчина с вами общается, разговаривает, и вы с ним общаетесь о настоящем. И вы не знаете, о чем с ним говорить, понимаете? Не знаете. И вы начинаете ему давать право слова. Он начинает говорить, а вы начинаете слушать. И он, мужчина, разговаривает с вами о своем настоящем. И, соответственно, вы начинаете в эту тему-то вникать, в мужскую. О чем он говорит? Он говорит о настоящем всегда. Так, второй важный момент. То есть мы разговариваем с мужчиной о настоящем. Второй важный момент. Если вы хотите дружить с ним
с ним, с мужчиной, это значит путь вот этот, это неправильный путь, да? Когда вы поговорили с ним о настоящем и вникли в тему мужскую, в его мир вошли, да? Большой мир. Что мы сюда запишем? Мы запишем сюда, вы намереваетесь, реализуете свои качества общения, связи, дружеских расположения с кем? Не с мужчиной, а с кем? Дружим с миром, скажем так, да? С его миром. Дружим с его миром. Общаемся с людьми для него. Дружим с людьми, окружающим мужчину. Общаемся для него, для этого мужчины, с окружающими его людьми. С окружающим его миром общаемся. Дружим, создаем дружескую атмосферу вокруг этого мужчины. Это главное. Если, еще раз повторяем, вы хотите по-настоящему соблазнить мужчину, то дружба используется в этих целях. Понятно? Следующий пункт. Следующий пункт. Он дарил вам подарки? Нет, не он вам дарит подарки. Вы дарите подарки. Вы дарите подарки. Подарки. Кому, опять же, кому? Окружающему мужчину миру. В мужском мире. Вы дарите подарки в мужском мире его окружению, людям, которые окружают мужчину, которые еще не окружают мужчину, но хотите, чтобы они вошли в мир окружающий, чтобы у мужчины наладились связи, чтобы у мужчины наладились отношения в этом мире в настоящем моменте. И вы, женщина, дарите подарки, как дар дарите. Это все. Что у нас к чему относится? К таким качествам гостеприимства, принятие этого мужского мира и, соответственно, дарение этому, в этом мире каких-то подарков. Подарков не только материальных, скажем так. Материальные подарки хорошо, но у женщины какие качества замечательные есть? Принятие, сочувствие, эмпатия, скажем такое слово, да? Эмпатия. Это большие, очень хорошие качества женские, которые женщина использует вот здесь. И тогда она соблазняет мужчину по-настоящему. Далее мы пишем. Мы хотим понравиться ему вот здесь. Нет, вот здесь мы не хотим ему понравиться. Мы хотим понравиться окружающему миру. Мы нравимся окружению его. Окружению. Мы нравимся его окружению. Это важно. Мы нравимся его родителям, это без проблем. Мы нравимся его братьям, сестрам, без проблем. Мы нравимся его сотрудникам, его коллегам, его партнерам по бизнесу. Мы нравимся людям, с которыми он знакомится, здоровается и тому подобное. Это главное. Если вы хотите соблазнить мужчину по-настоящему, нравимся окружению его. Мужчина рядом стоит, а люди смотрят на мужчину и его воспринимают рядом с женщиной. И качества, которые вы в себе показываете, они переносятся на мужчину. Поэтому вы должны понравиться окружению. Это обязательно закон. Как бы такое правило, скажем так. Дальше мы смотрим. Общаемся с ним, с мужчиной. Да, мы общаемся с ним, конечно, настоящим. Но как только мы попали вот в эту среду, дружим с его окружением, вы дарите даже подарки туда. Мы эмоциональные, моральные, материальные. Нравимся его окружению. То, соответственно, вы общаетесь. Общаетесь с его окружением, в его мире. Общение происходит у вас. Дальше. Вопрос по поводу тела. Тела, невербального тела. То есть вашей сексуальности, да? Ваша сексуальность имеет большое-большое значение для мужчины. Для настоящего мужчины, которого вы хотите соблазнить. И ваша цель – серьезные долгосрочные отношения на десятилетие, скажем так, да? На серьезные отношения. И в этих отношениях вы также эти правила соблазнения не теряете. Вы их развиваете, понимаете, развиваете. Это не одномоментная задача соблазнить мужчину, выйти за него замуж и потом вот сюда перейти и опять заниматься тем, что я хочу. Хочу отдыхать, хочу развлекаться, хочу подарков, хочу нравиться мужчинам другим, хочу и так далее. То есть вот это вы использовали, да, вышли замуж и вот сюда опять попали.
это не долгосрочные будут отношения, это будут кратковременные отношения, там год, два, три, четыре, пять, да, и вы разбежались, да. Вот. Но если вы вот эту программу себе запишете, программу, и будете ее притворять в жизнь, я вам гарантирую, что у вас будет все очень хорошо на длительный период. Вы будете богатые, преуспевающие. Пара такая красивая пара, да, которая будет гармоничная, которая будет интересна другим, и другие будут вас спрашивать, как это у вас все, почему в таких отношениях находитесь хороших, как это все происходит. Дальше. То есть мы с вами коснулись вопроса о сексуальности, о сексуальности. Вы ее также используете, не направляете ни на мужчину, ни на него, ни на него направляете, ни ему показываете грудь, понимаете, попу, там, ножки, там, очаровательную улыбку, все такое. Показывайте, безусловно, в определенных ситуациях, когда мужчина вас к этому мотивирует. Но вы это показываете его окружению, какому-то вот здесь, сексуальность, показывайте свою сексуальность здесь. Для чего? Чтобы что сделать? Соблазнить, привлечь людей сюда, к нему, притянуть их, соблазнить, чтобы они, глядя на вас, потеряли свои ценности в голове, понимаете? Потеряли свои ценности. Они возжелали жену ближнего, как говорится, да? Они возжелали жену ближнего, потеряли свои ценности в голове и начали принимать другие решения. Они начали вставать на его позицию, на позицию мужчины этого, как поддерживать его решения какие-то там, поддерживать его планы и тому подобное. Потому что они соблазнились, глядя на вас, на ваше тело прекрасное, замечательное. И благодаря этому мужчина получает преимущество перед ними. Он возвысится над ними. А они станут ниже его станут. Они ниже станут, потому что они вам под юбку заглядывают, вот, или вам в грудь заглядывают. Вот. А не ему в глаза заглядывают, а вам. Поэтому вы используете сексуальность, направляя на его окружение, чтобы помочь мужчине возвыситься. Принизив других людей, открыв в них какие-то заблудились маленько. Когда они забудутся, а кто их выведет оттуда из леса с темного? Мужчина ваш увидит. Он скажет, да, я знаю путь, пошли со мной, делайте, что я вам говорю. Вот для чего вам сексуальность нужна. Вот. Вы же спросите, а когда же с ним заниматься сексом, любовью в постели, да, с мужчиной, которого вы соблазняете. Итак, вот этот путь приводит вас к реальному, настоящему итогу. Соблазн, который, вот этот здесь их соблазн бьет их к чему? Тому, что мужчина передает вам свои ресурсы, которые образовались у него, в том числе благодаря большой вашей работе вот здесь. Вы эти ресурсы получаете, и вы скажете, ой, я быстрее вот сюда перейду, и эти ресурсы распределю, как мне хочется. Как мне хочется, поеду отдыхать, сделаю себе какую-то пластическую операцию, накормлю детей своих, родителей, родственников, куплю себе что-нибудь, там, шубу куплю, колечко куплю, куплю все. Но как только вы сюда перешли, вас здесь нет, понимаете? Вас здесь нет, здесь нет вас. Здесь образуется пустота опять. Если здесь образовалась пустота, ее кто-то заполнит. Понимаете? Это заполнит эту пустоту, если вы уйдете сюда. Это важно понять. Если вот здесь кто-то попал сюда, в эту пустоту, когда вас тут не было, это еще полдела. Здесь, если какая-то там подружка какая-то пыталась здесь попасть и что-то там замутить с вашим мужчиной, да, это еще полдела. Она здесь побывала и выкинула там из лодки, да, как говорится, с вашей. Да? А вот здесь, если образуется пустота, это не есть хорошо. Здесь, если образуется здесь пустота, мужчина будет искать уже серьезную вам замену. Поэтому отсюда никогда старайтесь не выходить с этого состояния соблазна. В этот соблазн попадете, вы лишитесь многого. Того, что вы с большим трудом заработали, заслужили, создали. И вы все это легко разрушите, если сюда пойдете. Поэтому, если у вас появились ресурсы, которые вам передает мужчина, и при этом с вами не занимается сексом, вы становитесь независимы, и эта независимость вас ведет в заблуждение, скажем так. Оно ведет вас в искушение перейти сюда. Вы скажете, я независимая, я могу с этим мужчиной больше вообще, не то что сексом заниматься, даже больше я не буду ничего делать здесь. Все, я буду наслаждаться жизнью. Так вот,
Сегодня мы с вами говорили о чем? О секретах соблазнения настоящего мужчины в настоящем моменте. Для того, чтобы добиться качественного результата, результат у нас выйти грамотно, хорошо, удачно замуж, и при этом в долгосрочной перспективе отношения сохранить и получить богатство, благополучие и тому подобное. Да? О чем желает каждая девушка, каждая женщина найти своего принца. Да? Так вот, этот принц, что он хочет, мы думаем, о настоящем моменте разговариваем с ним. Мы что делаем? Мы дружим с его окружением, которое он вам сообщил в настоящем разговоре. Вы что делаете? Вы дарите даже подарки им, общаетесь с ними, проявляете сочувствие, эмпатию проявляете, такую свою женскую. И далее, вы нравитесь его окружению, вы стараетесь понравиться, вы принимаете гостей, как говорится, да? Вы угощаете всех, вы проявляете свою сексуальность в этом окружении для того, чтобы поднять своего мужчину, а их, чтобы опустить, как говорится, ниже этого мужчины, чтобы они заблудились в своих страстях в голове. А мужчина выведет вас, этих товарищей, из этого положения, да? Куда-то. И благодаря этому они будут работать на него и служить ему, да? А вы будете чем? Кем вы будете? Вы будете королевой, принцессой там и тому подобное. И сегодня, дорогие женщины, ребята, девчата, мужчины, женщины, я для вас поговорил эту тему о том, как соблазнить мужчину. Надеюсь, я вам так популярно объяснил. Тема большая, серьезная. Надеюсь, вы о ней задумаетесь, о своем сегодняшнем состоянии дел. И подойдете в следующий раз к отношению с мужчинами вот с этой позиции. Поэтому всех вам благ. Подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Виталий Рафеев. Пока.